Чисто английский детектив от американского автора. В русском драмтеатре решили завершить сезон необычно. Зрители будут до самого конца спектакля разгадывать дело об убийстве. Премьеру «Тайны семьи Ревенскрофт» Дона Нигра покажут завтра. А сегодня Наталья Егорова побывала на репетиции и узнала, как актеры оценили костюмы от знаменитого дизайнера Игоря Додиани и что еще ждет поклонников театра. Начинается снег. Мисс Глянер, вы слушаете? Почему вы боитесь? Популярный в России драматург Дон Нигра, кстати, обожающий нашу страну и написавший не одну пьесу, посвященную любимым русским писателям Пушкину, Чехову, замахнулся на классический детектив. Режиссер Владимир Красотин признается, пьеса заинтересовала сразу, хотя по ходу работы простая на первый взгляд история обернулась настоящим психологическим триллером. Тут нету открытого действия, тут все действие внутри происходит, внутри персонажей, внутри какая-то... Это даже немножко напомнило русскую классику в чем-то. Там, а-ля Чехов, а-ля там, Достоевский, вот что-то оттуда. Но это гораздо более такой упрощенный, облегченный вариант, конечно. Английский особняк начала 20 века. В поместье 5 женщин. Кто-то из них совершил убийство, а может, это был несчастный случай? Расследовать дело приезжает полицейский инспектор. Прекрасный пол, понятное дело, не может без интриг, и ситуация с каждым моментом запутывается все больше. У каждой из героинь свой характер. Справиться с ними должен один мужчина. У инспектора Раффинга, которого играет Александр Тырлов, непростая задача. Работа на сцене с 5 героинями. Работать интересно, девчонки все необычные, в общем, каждая со своим почерком, каждая со своей школой. Интересно, но тяжело. Многие зрители уже говорят, что специально пойдут посмотреть на костюмы от Игоря Додиани в стиле ретро. Он создавал все образы. Здесь очень много детальной ручной работы. Фурнитура, бижутерия, вышивка. Все сделаны по точным, как сказать, меркам, лекалам вот начала века. То есть это практически киношные костюмы, которые вот можно вблизи рассматривать вот так. Шикарная, я вся блещу. Я считаю, что все-таки это мастер своего дела, маэстро. В атмосферу тайны зритель погрузится до самого конца, обещают создатели спектакля. И гарантируют, будет совершенно неожиданная развязка. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.